На портянке серой байки, чтоб ногам стоять в тепле, на снегу и на земле. Меховые рукавицы, чтоб не страшен был мороз, чтоб друзьями поделиться вермишели целый воз. Чтобы тело чистым было после долгого пути, два куска простого мыла лучше мыла не найти. Земляничного варенья своего приготовления наварили мы его, будто знали для кого. Все, что нужно для бритья, если бритва есть своя, было б время да вода, будешь выбритым всегда. Нитки, ножницы, иголка, если что-нибудь порвешь, сядешь где-нибудь под елкой и спокойно все зашьешь. Острый ножик перочинный, колбаску и сало режь. Банка каши с свининой, открывай ее и ешь. Все завязано, зашито, крышка к ящику прибита. Дело близится к концу. Отправляется посылка, очень важная посылка, пионерская посылка неизвестному бойцу.